минус 15. Максим знает, что мама сделает каждый день. И Тигр, он рассказывает о день мамы. Your camera went to sleep, though. Smile. Mm-hmm. How's the queen move? How does the queen move? Everywhere. Anyway. Mm-hmm. Well, it's not for you. Ну все, все. Все. Из подаренного ветром креп дышина. Осень вальс мостом отлетал теплый день, и хрипло пел саксофон. И за всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы. Танцует вальс мостом. Дмитрий, можно лицом немножко к нам? We don't plant trees before we fly, but I think it's a very, very nice tradition. And in my family, we have another tradition. My husband is a glass artist, and he makes very small planets that to make everyone think of the different planets that are out in the universe. So? Вот теперь будет заседание Государственной комиссии. Мы очень надеемся, что Государственная комиссия утвердит наш экипаж в качестве основного. Вот. И после этого будет один из дней наиболее торжественный, наиболее занят для экипажа. В то же время это будет крайний день, когда экипаж будет готовиться уже. То есть будет занят своими немного личными делами, подготовкой к старту, там... собирание своих вещей, потому что на следующий день экипаж уедет в автобусе, оставит свои вещи здесь в гостинице, и наши друзья позаботятся о них, передадут родственникам. То есть это будет такой же крайний день, как обычно бывает перед большой длительной командировкой. Одевание скафандра будет ходить на отдельной площадке, это будет недалеко от площадки номер один, где мы будем, где уже у нас стоит наша ракета будет стоять. То есть это будет простой, как бы, и с точки зрения организации, это не будет сложным днем. Это будет, я думаю, что памятный днем для нас всех, как экипажа. Много маленьких ребят, которые хотят полететь. Она там сероводород, что-то радон, еще что-то такое. Короче, в воскресенье тоже есть.